6 месяцев 2016 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, из которых 11 человек погибли и 36 получили телесные повреждения. В целях стабилизации сложившейся остановки для подтверждения пресечения управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на территории Кашкабского района проводятся практические мероприятия «Трезвый водитель». Казалось бы, сухая цифра, но за каждой из них стоит чья-то судьба и жизнь. Сотрудники районного отделения ГИБДД провели очередной рейд по выявлению пьяных водителей за рулем. Такие мероприятия проводятся регулярно. Повод дают сами автовладельцы. В районе ощутимо возросло число дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Пятничный вечер для сотрудников ГИБДД – начало самой горячей поры. Именно в предвыходные и выходные дни количество автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии, резко возрастает. Для профилактики проводятся такие мероприятия, как «Нетрезвый водитель». Как и отмечают сами сотрудники, именно профилактика является первостепенной задачей сегодняшней полиции.